все ниже и ниже и ниже. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И в каждом пропеллере слышишь. Свет в конце тоннеля. Раскакать, как музычка. Прыг-прыг, скок-скок, прыг-скок, скок. Обвалился потолок. Так, пошли купим билетик. Пам-парам-пам-пам-пам. Мне теперь надо купить билет только до центра города. Какой мне билет брать и куда мне брать? Да. И мне надо в центр города. Мне сказали, что должна купить аэропорт тикет. Сейчас посмотрим. 10:50, оказывается, это целый день до завтра, до 3 часов ночи. То есть я на этом же приеду обратно. Только не уезжай, пожалуйста. Подожди меня, подожди. Итак. Я уже в поезде. Ехать 37 минут. Мне надо какое-то местечко такое найти, чтобы мне было видно хорошо. В какую сторону мне? В ту. Я вот сюда на двойное сяду, погреюсь немножко на солнышке. Ой, классно как. А где же мне эту карту? Вот она карта. А, окей, ага. Окей, I thought it's somewhere here. Окей, thank you. Который вот на wheelchair, который на кресло. Оно откладывается, их туда куда-то цепляет, эти wheelchair, чтоб они не... Вернее, они сидят на своих wheelchair, но где-то там цепляют. Я пересели, чтобы ехать лицом туда. Я тоже в шлепках. Так что, поехали. Палки такие тут стоят, интересно, для чего? Просто как смотрится аэропорт отсюда. Класс. Погодка шикарнейшая, на улице очень тепло. По-моему, 27 градусов. Это парковки тех, кто вылетает из аэропорта, ставят свои машины на время вылета, там на неделю, на день, на несколько дней. И вот будет такая степь, да степь кругом, ничего больше. Как сказал мне тот дяденька, который из Орландо. Билетики. Можно купить билеты через интернет, только что через телефон проверил. Хорошая это работа. Снежные горы. Покрытые снегом. Я впервые в Колорадо и, понятное дело, впервые в Денвере. Обязательно, обязательно я покорю все Соединенные Штаты, всю страну покорю на машине. Я уже хочу сюда приехать на машинке. А, как здорово. Холмы, горы. Ой, как красиво. На машине так все чистенько, ни сориночки, ни пылиночки. Здорово. Какой-то маленький городок, по всей видимости. Пушка стоит прямо в поле, как у Боба Росса. Он такие рисует. Горы все покрыты снегом. Первая станция, на которой мы остановились. RTD. Да,
леса такие маленькие есть. Леса почти нет, деревьев очень мало. Прерий. Станция. Дороги ровные, ровные, как стрела. Над дорогой. Угу, сейчас сворачиваем. Вон, по этому мостику. Угу. Снова выезжаем в обычную дорогу. Вагоны разукрашены граффити. На станции. Это Union Station уже. Телефон в случае, если emergency какая-то на каждой станции. Если что-то случится, берете телефон и звоните 911. Я знаю, тут в Денвере есть Colorado Springs, горячие источники. Это в следующий раз. Какую-то речку маленькую проехали. И вот тут вот съезд, вот он для инвалидов. Вот съездная дорожка для инвалидов на кресле съезжать. Тут с другой стороны. Вот так, съезд и выезд. Чтобы не корячиться по ступенькам, для них специально эти выезды с двух сторон. Везде и всюду в Америке. W3 Hotel. И все еще какие-то вот работяжные такие места. Вот это подъезд для инвалидных колясок. Какие-то склады и прочее. Вон он, мой красавец. Все дома разукрашены с той стороны были. Так, как же я потом доберусь? Ладно, разберусь. Как-то разберусь, туда попасть. Сразу Starbucks кофе еще. Люди вот тут вот живут, постоянно ходят, ходят поезда. Вот он уже мой центр города. Ой. Я не представляю, как тут можно жить. Следующая остановка уже моя. Union Station. Смотрятся красные окна, где-то красные стены. Пацифик. За то, что мы поехали на их поезде и сказали, что все тут должны выйти, потому что он будет возвращаться обратно в аэропорт. Все, мы выходим. Здесь, наверное, скорее всего. Ну да, вот он стоит, обратно в ту сторону ехать. Окей, я поняла. Все, приехали.